сиденье. Преследование и ненависть сломили меня. Отправят в Утуле? Я презирала себя и свое аугментированное тело. Но этому пришел конец. Это такая наивность. У них есть причина. Для них я больше не человек. Я ауг. И все мы ауги должны посещать. Я искала спасение и обрела его.
В мудрости своей Бог машина даст вам все ответы, друзья. Вознесение — единственный способ вырваться из оков грешной плоти. Стань частью машины. Будущее за нами. Придите, пилигрим, отбросьте сомнения. Довольно жить в постоянном ожидании. Вера в Бога машину принесет вам жизнь. Когда в наших телах, аугментированных телах, откроется спасение, кстати, принесем себе всеми божественными и даже неочеловеческую радость. Адам, что происходит? Не ожидал услышать тебя так. А я не ожидал, что доктор найдет у меня скрытые аугментации. Что? Скрытые экспериментальные. Вам о них неизвестно случайно что-нибудь? Адам, ты знаешь, что я решил насчет тебя 2 года назад? Да или нет? Нет, все наши работы над тобой проводились открыто. Даю тебе слово. Что? Что именно ты нашел? Внедренные в меня экспериментальные аугментации. Колер что-то говорил про неодимовый корпус. Кто мог такое спроектировать? Господи, у тебя аугментация Титан. Невозможно, это же концепт. Вы же только что сказали, что ни при чем. Так и есть. Минобороны показала мне чертежи 3 года назад. Спрашивала, можно ли такое сделать. Проект был не наш, Вадима Орлова. Мы с Меган его собеседовали, но он нам явно не подходил. А эти чертежи, которые вы видели, копии, наверное, нет. Они были секретными, копий мне не давали. Я их увидел-то лишь потому, что Минобороны ценило мое мнение. Шариф Индастрис тогда работали на совесть. Если подписывали чертеж, можно было ручаться. Орлов, фамилия русская. А кто он? Почему не подходил? Он, по идее, вундеркинд, гений нейронаук. Магистра получил в Москве, аспирантура в Штатах. Оценки были выше некуда, но теории иногда расплывчатые. Меган сказала, что у него плохо с этикой. Меган? Меган Рид это сказала? Женщина, которая дала вам для экспериментов мою ДНК? Мы его не взяли, Адам.
Я через 2 минуты беседы уже понял, что Орлов не хочет, чтобы его идеи кто-то оспаривал. И тем более сильная женщина, как твоя бывшая. Я должен его найти. Адам, давай я для тебя его выслежу. Я скоро улетаю в Лондон, но могу позвонить кому надо, нужным людям. Шериф Индастрис больше нет, но в определенных кругах мое имя кое-что еще значит. Да, сделайте. Свяжитесь со мной потом по инфолинку. Я тебя не подведу. Я и сам не рад был терять с тобой контакт после Панхеи. Когда я услышал, что ты появился в Детройте живой, почему ты не вышел с нами на связь? Я не мог. Спасатели вытащили меня из океана и оставили в клинике экстренной помощи на Аляске. Никто не знал, где я. Я и сам долго этого не знал. Боже мой, сынок. Ты не думаешь, в смысле, это могло быть, когда... Шариф, найдите Орлова. У меня есть вопросы, они требуют ответов. Найду, обещаю. Я выйду на связь. Шутишь, что ли?
Дженсен, что такое? Ты что тут делаешь? Меня послал тебя искать. Думал, ты на неприятности нарвался. Он так и сказал? Прямо дословно? Потому что я не виноват. Что случилось? Я тут работал, всем заправлял, и раз, меня обвиняют в попытке порчи улик. Меня! Ты можешь поверить? Я бы такого никогда не сделал, Адам, никогда! Это наше место преступления. Да, но ты им попробуй объясни. Они за пушками полезли, так что я решил уйти, пока цел. Меня обвиняют в порче улик. Да они сами, небось, сейчас портят все улики. Знаешь, я сначала подумал, что это из-за Сони. Сони? Какой Сони? Да, просто девушка, я ее английскому учу. Муж у нее, оказывается, собственник. Ну, ты понимаешь. Смайли. Да, точно, отвлекся. В общем, я там, кажется, что-то нашел. Очень важное. Что-то, что может раскрыть все дело. Мне надо просто взглянуть на снимок места взрыва. Так что даже хорошо, что ты здесь. Ты же можешь в своем Дженсен-стиле туда пробраться и достать мне, что нужно. Что мне надо найти? Это место взрыва. Там везде обломки и много полицейских. Когда пройдешь через турникеты и офисы охраны, увидишь турагентство, где у них снимок, если они не увидят тебя. Сколько там полицейских? Не знаю, несколько. Они все с пушками были, так что я уж не стал пересчитывать. Как минимум один в силовом костюме. И мне кажется, что они сначала стреляют, а вопросы задают потом. Что должно быть на этом снимке? Это улика, Дженсен. Трехмерный снимок места взрыва масс-спектрометром. И если бы я пробыл там еще хоть минуту, я смог бы его забрать и во всем разобраться. Тот факт, что они не хотят меня пускать к снимку, лишь разжигает любопытство. Снимок явно важен. Нам нужна эта улика. Да, именно. Правильно говоришь. Но ты не сможешь туда просто зайти и попросить ее. Ты ведь из Интерпола и, ну, с аугментациями. А они после вчерашней атаки не особенно любят... Где мне его искать? Криминалисты обосновались в турагентстве. Точнее, там, где раньше было турагентство. Иди туда, забери носитель со снимком и выходи. Вот и все. Это дело не быстрое, Смайли. Понял. Я мешать тебе не буду. Вернусь обратно в штаб. Удачи. И не говори об этом Миллеру, ладно? Ладно.